Всем привет, ребят! У нас сегодня такой ветер, но, как видите, все равно тепло. Вот. А я иду прогуляться. Вчера смотрела такой классный фильм. Называется «Книга Элая». Может, кто-то тоже смотрел. Там, в общем, постапокалипсис. И меня очень, так знаете, впечатлило. Когда начинается фильм, там показывают бесплодные земли, выжженные, да, там солнцем, я не знаю, где какое-то непонятное солнце, оно и светит, но в то же время, знаете, каким-то странным светом, каким-то таким белым. Ну, кто смотрел фильм, тот знает. В общем, и показывают вот эту всю разруху, что все разрушено, ничего нету. Разрушено все, да, инфраструктура, мосты, какие-то здания, люди живут непонятно где, в каких-то, как всегда, маленьких городках, и там найдется какой-то стремонад, который хочет подобрать власть под себя и руководить людьми. Ну, в общем, ребят, все как везде. Ну, ребят, самое такое, что меня удивило, когда показывали вот эти вот бесплотные земли. Ну, все серое, разрушено, ничего нет, никакой растительности, да, все уничтожено. И мне, знаете, такая ассоциация с тем, что сейчас происходит. Хотя, в принципе, у людей еще есть шанс, да, все не разрушать, все не уничтожать, но, думаю, короче, даже не знаю. Ну, в общем, ребят, вы поняли, да, как бы сейчас еще у нас светит хорошее солнышко. У нас есть, у нас... Растут деревья. Зачем стремиться к тому, чтобы это все уничтожить, я не знаю. Мне кажется, это нужно очень стараться беречь. А люди к этому относятся. Ну, странно, просто ставят свои какие-то непонятные интересы, которые, в принципе, бессмысленны. Выше вообще существования человечества. И вот, ребят, это, короче, спецрепортаж специально для Алексея, поедателя улиток. У нас тоже есть вот такие улитки, и вот такие на них цены. Кстати, улиток я тоже ела, но мне они не сильно понравились по вкусу, но реально они никакие. Вот, и тоже, ну, жалко, короче, слизнячки мне нравятся. Вот. Ребят, конфеты, конфеты. И вот у нас есть фирма вот такая, Шоколадье. Тоже есть отдельный магазин у нее, но и в других продается. Зачем мы зашли в конфеты, скажите, ребят? Ну вот наша гулящая кошка, которая ушла ночью. Что за нее переживать? Да, что ты там делала? Всех мышей словила? Она и днем туда лазила. Да? Она действительно мышей ловит. Или котов всех там ты поставила на место, да? Не, ну это у нее бывает, она чует, да, мышь, чувствует и начинает охотиться. Но ночью где-то лазить, конечно, Настя. Да ладно, по сравнению с тем, как кота потерялась на сутки. Это. Да ну то вообще. Чего она убежала туда? Грома боится. Не только грома, она полезла на чужую территорию и шуганули, она не в ту сторону побежала с перепугу. На другой улице оказалась. А потом гроза началась и все, и она потерялась. Ну, грома, взрыва. Не боится. Как правильно спускается на первый этаж всегда, да, при взрывах. А грома вообще боится, да, вот как она попала под снег, хотела сказать. Попала под этот, под дождь. Она вообще кричала. Пришлось ее вытирать. Кричит и прячется.
Но сейчас отдыхает. В общем, грозу лучше забирать ее с улицы. И пишите, ребята, у вас кошки боятся грозы, потому что у нас прям паникует, прям кричит и тоже прячется. Ребят, покажу вам еще немножко огород. Но сегодня у нас, конечно, грохает очень громко и тоже постоянно, не знаю, очень слышно, хоть и говорят, что это все в области. Вот, смотрите, какой помидор. Не знаю, это розовый или нет, но походу должен быть очень вкусный. В огурцах показываю. И огурчики уже, кстати, мы съели уже сколько? Штук 20, наверное, да? Ну, да, вчера 6 было, позавчера 10. Но они тут прячутся. Не, ну такой, чтобы взять, наверное, еще нету. Хорош. Вот такой нашли. Какой-то сорт необычный, такие толстички. Обычно у нас такие более длинные. Ну, и лук уже собрали, одну часть. И вот этот на подходе фиолетовый. Фиолетовый. Настя. Где ты там? Найдите Настю на этом, на изображении. Вот так. Лёшку, кстати, сегодня побрили чуть-чуть ему щечку, котику, и тоже покололи его. Что ты кричишь? Ляньте, ляньте, как приготовилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Страшно вам? Смотри. Вот такая вот игруня. Все кирпичи, да, Настя, разнесем сейчас с тобой. И молодцы. Долго ты там будешь сидеть? Кс-кс. Настя. Настя. Зависла. Сейчас давайте пойдем посмотрим, где тут Алексей. О, да я тут и не пролезу. Чтобы показать вам Лёшку. Лёшка. Вы видите Лёшку? Вот. Лёшка. Ну, из-за того, что он такой пушистый, такие у него щечки, то там не видно, где у него что полечено, да? Ну, так Лёшка, да, и хрен его найдешь, скрытный парень. Скрытный такой. Котик. Вот так, ребят. Сейчас с этой, с вишни сдует. Иди сюда, иди. Ладно, ребят, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Всем пока-пока.